видишь? И билет. Молодец, по машине. По машине. Этого момента юные жители Фрианова и их родители очень ждали. И вот, наконец, во дворе многоэтажных домов на улице Текстильщиков открылась новая детская площадка. По Фрианову появилась новая площадка в соответствии с поручением губернатора Московской области. И таких площадок у нас в поселковском районе каждый год все появляется все больше и больше. Этот спортивный городок оснащен элементами, которые соответствуют всем современным нормативам, правилам безопасности. Канатные лаз, качели и другие конструкции ребятам полюбились сразу. А для их родителей здесь предусмотрены спортивные тренажеры. И совсем не удивительно, что даже в такой по-зимнему морозный день детям дома не сидится, когда во дворе открыта такая площадка. Провести время с пользой на свежем воздухе теперь можно всей семьей. Это что-то новое. Мне кажется, даже мы, взрослые, хотим полазить вот по этим джунглям. Детям всем нравится. Что вам больше всего здесь нравится? Мне нравится больше всего здесь горка. А тебе? Мне тоже. Установлена площадка по региональной программе комплексного благоустройства. В этом году у нас 51 площадка в Челковском районе. Ну и конкретно вот это вот во Фрианово по программе губернатора. Замечательная многофункциональная площадка. Вы видите, что здесь могут и дети 6 лет заниматься, лазить. Очень интересный здесь комплекс. Здесь могут взрослые люди, молодежь заниматься спортом. Здесь силовые тренажеры есть. Здесь есть песочница для маленьких детей. То есть это как раз вот такой вот центр притяжения двора. Замечательно. Устанавливали где-то примерно недели две, а готовились мы еще с весны. То есть мы готовили основу под эту площадку, подготовлена была беговая дорожка, соседняя площадка. Кроме того, были установлены камеры видеонаблюдения, освещение, организованы подходы к детскому городку. Открытие площадки стало настоящим праздником для местной детворы. В этот день во дворе не утихал детский смех. В гости к юным жителям пришли их любимые сказочные герои. Анимационную программу подготовили сотрудники Фриановского дома культуры. Анна Бальет, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».